Из-за времени я бы хотел просто тезисно изложить, на мой взгляд, основные направления деятельности будущего правительства Армении. Первое – это углубление двусторонних стратегических отношений с Россией, с будущим вхождением Армении в Союз России и Беларусь. Второе – серьезное воспроизведение экспортных и сырьевых возможностей Евразийского экономического союза. И третье – развитие экономики страны с внедрением серьезных промышленных мощностей. Только за счет туризма и минеральной воды поднять страну просто нереально. Вот эти три направления, на мой взгляд, которые должны быть на виду будущего правительства Армении, это просто, чтобы экономить наше время, я просто тезисно изложил. А основное мое выступление я потом передам. Спасибо вам большое. Спасибо, приветствую. Очень интересно.